Всем привет! В новом видео я сделаю обзор своей лазерной рулетки, лазерного дальномера, кому удобнее называть, Bosch DLE 40 Professional. Что могу сказать по данной рулетке? Данная рулетка очень удобная, позволяет производить огромное количество измерений за единицу времени. Вот такая вот рулеточка. Из достоинств рулетки ее небольшие габариты, небольшой размер, также удобный интерфейс. Получается вот здесь кнопочка включения. И далее мы еще раз, допустим, нажимаем на эту кнопку, и уже загорается лазер. Потом еще раз нажимаем на кнопку, и производится измерение. Вот здесь 1,8 метра, ну, там с копеечками. Показывает, получается, до тысячных с точностью. Также у данной рулетки есть возможность измерения вот от верхней точки, здесь вот эта кнопка, и от нижней. Вот как в данном случае стоит. Вот здесь вот видите, стоит от нижней измерения, но можно сделать и от верха, нажав вот кнопочку, и вот она поменялась. Это для тех случаев, когда нужно, допустим, измерение сделать вот так, подставив. Вот. Подставили, измерили. 1,2 метра с копейками. Также в данной рулетке предусмотрена возможность измерения площади, объема. Вот. Здесь также можно простые действия, сложение, вычитание и сумма делать. Вот. Ну, еще кнопочка стереть. Из удобств, что скажу, в этой рулетке сразу же идет вот такой вот чехол. Можно его на пояс вешать. Вот. В этой рулетке стоит 4 мизинчиковых батарейки. Батарейки, если новые покупаешь, ну вот Philips у меня вот тут, ну еще какая-то Pleomax. Вот. На 1000 измерений гарантированно этих батареек хватает. В районе 8000 рублей по акции покупал. Вот. Здесь она сделана в Малайзии. Вот так вот. Данные рулетки здесь получается возможность до 40 метров измерения делать, и минимально там, по-моему, 0,3 или 0,5 метра. Вот здесь вот конный проем, вот я его измеряю, 0,7 метра в принципе легко меряет. Ну, я использую, допустим, если нужно ходить по объекту, измерять много, делать измерений. Я уже непосредственно на чертеже указываю высоты, указываю длины, а потом уже отдельно сажусь и все это перемножаю. Ну, можно использовать даже в качестве этого, эту рулетку. На ней уже площадь вычислять и ничего не делать. Но я делаю для того, чтобы у меня эти все данные сохранились на чертеже. Вот. Я эту рулетку всем рекомендую. Очень хорошая штука. Вот такая вот рулетка. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, жмите лайки. Всего доброго.